Приветствую вас на канале «Люблю цветы». Пуансеттия – одно из немногих растений, которые радуют нас своим цветением именно в зимнее время. Его чаще всего дарят или мы сами его покупаем на Рождество и Новый год. Отсюда и второе название – «Рождественская звезда». Итак, вы сами купили или вам подарили перед новогодними праздниками рождественскую звезду? Что делать дальше? Как ухаживать? Как продлить ее период цветения? Вот об этом сегодня и поговорим. Цветущим кустик стоит около 2 месяцев, и все это время за ним нужно ухаживать, если хотите, чтобы он все время выглядел ярко и красиво. Рождественская звезда не выносит прямые солнечные лучи. Лучи солнца могут обжечь ее листья. Ей нужен рассеянный свет. Найдите ей подходящее место в доме. Но только не подоконники. Поскольку стекла окон холодные, ее листики сразу же начнут мерзнуть, темнеть и опадать. Сквозняки и любое переохлаждение наша звезда не любит. И от этого листья моментально осыпаются. Холодный воздух с форточек тоже пагубно на нее влияют. Еще сухой и горячий воздух, исходящий от батарей, тоже ей не очень подходит. Поставьте ее на достаточно освещенную полку рядом с окном и подальше от батарей. Как только нашли ей подходящее место, дальше нам остается ее только поливать. Поливаем отстоянной водичкой на 2 градуса выше комнатной температуры. Поливать ее нужно таким образом, чтобы земляной ком полностью пропитался водой, но в поддоне, чтобы вода не стояла. Между поливами верхний слой грунта должен немного просохнуть, но сильно пересушивать его тоже не нужно. От этого могут начать опять же осыпаться листья. Пуансеттия – это многолетнее растение. Если вы создадите ей все эти условия, то будете долго любоваться красивым цветением. А когда кустик отцветет, не выбрасывайте его. Обеспечьте ему правильный уход, и тогда рождественская звезда сможет украсить ваш дом каждый год на Рождество. С наступающими праздниками вас, дорогие подписчики и гости моего канала! Кто не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь. И не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Терпения и везения вам! Пока-пока!